Значит, пока я ожидаю подходящей погоды для ловли щукожора, я решил выполнить очень важную штуку. Это достижение ночная смена. То есть мне нужно словить, приобретя расширенную лицензию, нужно словить рыб просто ночью. Это с 21 часа до 5 утра. Грубо говоря, за поимку 100 штук я получу рыбацкую кепку с фонариком. Больше способов получить фонарик, кроме как пройти этот квест, в принципе нет. Ну, есть вариант выиграть на соревнованиях, но это будет не скоро и не факт, что вы победите в официальном соревновании. Вот. Соответственно, пока я жду, я просто закидываю на безбородочный крючок первого номера земляных червей. И в принципе вот ловлю светлоперых судачков. Ну и вот оттащил я его, еще и трофей, вдобавок вдвойне приятно. И вот я получил кепку с фонариком. Теперь я могу ее... Ага, она сама наделась, значит она дает один слот под наживки и фонарик. Значит, фонарик включается клавиша F, и вот ночью мы им можем подсвечивать. Ура!